самый свежий, самый чистый снег падает в преддверии, естественно, Нового года. Год быка для меня лично прибавил мне, тельцу года быка, опять же, лишних 10 килограмм, потому что я научился хорошо питаться. Единственное, что благодаря вам, господа, заставившим наших бизнесменов немножко бамбук покуривать, мне приходится питаться очень поздно вечером. А питаться очень поздно вечером – это очень вредно для здоровья. Хотя, если питаться в кафе «Салтан», абсолютно нет. К чему у вас весь год призывали? К тому, что вы умели грамотно тратить деньги. Вы не научились грамотно тратить деньги. Вы сейчас на корпоративной вечеринке идете и тратите безумное количество денег, казалось бы. А вот экономить надо. Но в кафе «Салтан», во-первых, не привыкли экономить на ваших желудках. И кафе «Салтан» не привыкли экономить ваше время для гуляния, веселого такого, развлекуха называется. Да, кафе «Салтан» приготовили на каждую корпоративную вечеринку еще и дополнительные сюрпризы и призы. Теперь про цену вопроса корпоративной вечеринки в кафе «Салтан». И не надо тут, пожалуйста, там, типа, это не Некеров, простите, не был я в Некеров Ризес, не был я в 90% ресторанов города Магнитогорска, а в тех, что был, не хотел бы появляться, потому что здесь мне больше нравится, как готовят. Здесь дешевле, вкуснее. Что касается корпоративной вечеринки, то 1250 рублей. Прямо сегодня, прямо сейчас. Ну и круглую ночь, естественно. Если год 2008 прошел как-то мимо и стороной, то год 2009, год открытий, год поиска новых идей, год лакмусовая бумажка. Есть тема вообще с большим удовольствием провожать год прошедший, чем встречать год будущий. И вспомнить есть-то что. Распродажи по бросовым ценам залежалых авто, паническое снижение цен на квартиры голодными риэлторами и год скидок. Вот в следующем году, господа, этого не будет. Так что повод погулять и проводить достойно год быка все-таки есть. Теперь про то, где это сделать. Ни для кого не секрет, что любое помпезное заведение цены приготовит достойные. И, естественно, новогодние. Кафе «Салтан» пошло другим путем. Здесь новогодние порции и обширнейшее новогоднее меню. Да и самое главное, почему все вкусно? К великому сожалению, с поварами и профессионалами дело у нас обстоит, как и с автослесарями, сервисов и ресторанов море, а выпускники кулинарного техникума, как и всех без исключения вузов, за последние 15 лет научились только понты давить. На «Магнитке» было, по сути, всего три места отдыха достойных. По сути, столько их и осталось, и кафе «Салтан» в их числе. Поэтому ваш достойный отдых с достойной кухней, поверьте, будет в разы круче, чем эрзац посиделки, за которые вы в других местах вывалите кучу денег. Стоило мне только зарегистрироваться в форуме «Магнитогорского металла», я сразу же узнал такие вещи про себя, что я являюсь совладельцем кафе «Салтан», еще пару ресторанов у меня есть, вот сеть туристических фирм, заправочных станций и, разумеется, автосалон. Вот, ну да, гонят людей. Ну ладно, вот и я прогнал в начале сюжета. Насчет цены за корпоративную вечеринку. Корпоративная вечеринка здесь обойдется, кафе «Салтан», 650 рублей. Это Новый год здесь обойдется, 1250. А теперь, просто сравните то, что у меня есть на столе. Не обязательно это будет у вас на столе. Для вас есть вот такое замечательное меню. Придите, посмотрите. Я лично сфотографировал, предмет моей особой гордости. Ну и, соответственно, гордости руководства кафе «Салтан». Все, что вы здесь видите, можете заказать. Вот. Почитайте в других ресторанах и скажите, а все ли это будет настолько свежо. То есть индивидуально для вас приготовлено. Вот, например, из того репертуара, что я кушаю дома каждый день. Вот. Рыбка под маринадом, свеженькая. Это не заказанное блюдо, это блюдо на каждый день, которое есть в кафе «Салтан». Это долма, это фаршированные перцы. Ну, каждому будет по салату и вот украшение из фруктов. Ну, будет и нарезка овощная. Ну, давайте, калькулируйте, считайте там. Да, будет бутылочка шампанского. Бутылочка шампанского обойдется вам в других местах в 600 рублей. Так. Бутылка хорошая, исключительно хорошей водки. Мы не имеем права называть рекламу будет. Вот. Там вообще тушь свет. Мы лично вот по бунаковочке пройдемся. А будет еще сок. Вот. А теперь я скажу. Какой сюрприз вас ожидает? Такой сюрприз вас ожидает следующий. И мы приложили к нему непосредственно свои руки. Здесь установлена лучшая в городе акустика. Здесь будет петь человек. А даже два певца. Одна из них девушка, другая из них мужчина. Пожалуйста, ваш репертуар, музыка. Здесь также есть и на заказ, то есть потанцевать можно легко. Вельком. Самый вкусный.
точно ничего от вас такого не будет. Это вот шашлычки. Опять же, шашлыки в кафе Салтан можно выбрать аж 5 видов. Можно и аж 6 видов. Хотите настоящую свинину, хотите антрикот. Вот. Давайте вот сделаем то, что меня всегда просят, на бис. Ну, вот так вот. Ваши жиры. Теперь не спеша и серьезно. Вот, ребята, в конце концов, ну хватит бегать там, искать где дешевле. Смотрите просто либо канал Маганфо, либо телеканал Звезда. Я всю свою творческую деятельность, вот этот последний, вот такой немножко провернутый год, показывал вам. Думается и давал грамотные советы. Теперь записывайте. Приготовьтесь. Пока еще один кусочек. Антрикотика. Замочу. Ушки приготовили? Сотовый телефон? Да. Так вот. Телефон кафе Салтан. Чтобы предварительно сделали заказ. 31-95-80. Еще раз напомню. 31-95-80. Но в любом случае придется сюда приехать. Ну, во-первых, для того, чтобы перекусить, почувствовать, что действительно потрясающе и вкусно. И во-вторых, для того, чтобы выбрать меню, и вот это будет ваш индивидуальный Новый год. Либо корпоративка. Корпоративка за 750, Новый год за 1250 рублей. Я клянусь и божусь, что ни один корпоративчик вам не принесет того удовольствия от свежих салатов. Знаете почему? Потому что корпоративные вечеринки в большинстве заведений — это процедура выкачивания денег из вашего кармана. Здесь же салаты будут исключительно вкусные. Да, ни один корпоративный банкет у вас не будет украшен вот этим замечательным шашлыком. А вот здесь будет, ну извините, это профильное заведение, кафе Салтан. Вот, я честно сильно сомневаюсь, что вам подадут также горячие блюда, причем приготовленные именно для вас. Ну, это если вы пойдете куда-нибудь там, где по 200 человек гуляем. Согласитесь, здесь гуляем не по 200, здесь 80 человек, и на 80 человек свежее приготовить гораздо проще. А, насчет выпить и закусить. Ну, насчет закусить понятно, насчет выпить. Вот. И вот здесь левоката вам не нальют. Ну, кстати, вот то, что мы вам показали, шампанское, вино, водка, можете поменять на, допустим, 3 водка, 3 шампанских или 3 вина для девушек. И сколько обойдется? Еще раз напомним, 1250 рублей на человека. При этом живая музыка, великолепная восточная кухня, море настроения, ну и просто удобно вот погулять, не ограничивая себя во времени.